Ну вот наш известный Минск уже. То же самое место, как в предыдущем видео было. Но теперь резину поставили на него. Трошину хоть. И видите, по-моему, он стал ехать даже по мокрым бревнам. Даже вот эта техника есть. Я бы даже сказал, летит. Ну все, Минскач нас проехал, а этому чуть-чуть трудно. Низковат. Ну ничего, молодец, преодолел. Все. Отлично. А вот здесь квадрики ползают. Вот такую резину поставили. Вот она. Наш X250 прет как танк. Вот такая тоненькая, красивая. Вот все в сборе. Трудно, да, тебе приходится? Да, а он садится, не приехал. Да, низковат. Вот мотоцикл у нас такой. Но низковат. На бревна все время садится. Слайку приходится тяжело. Но мы его подождали. Если что, вытащили бы тебя. Вперед. Вот теперь с новой резиной. Совсем другое дело. А то, блин, валялся, блин, все время в каждой луже. Вперед так в канаве может проехать. Нормально. Да, низковат. Низковат. Ну ничего, выберется. Выбрался. Да, вот Славик и застрял. Встань с него вообще, просто встань и так, веди рядом с собой газ, хватай. Ладно, чувствую, надо помогать. Все. Да, будем вынимать сейчас все.